Крупная авария произошла в Стамбуле. Пассажирский автобус разогнался и врезался в машины, которые следовали по встречному ряду. В результате пострадали 11 человек. Серьезные повреждения получили 4 легковых автомобиля, а также еще один автобус. Как позже показали свидетели, авария произошла по вине одного из пассажиров. Он атаковал водителя, тот отвлекся и не справился с управлением. Этого хулигана уже арестовала полиция. У стражей порядка есть основания полагать, что тот умышленно организовал большое ДТП. То есть речь идет, возможно, о теракте.